Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Cybermotion. Как вы видите, перед вами вот такой роботик, на Q и E мы совершаем шаги, то есть мы сейчас проходим какую-то обучалку, и я вот, ребят, практически бегу. Воу, робот, не падай, не падай, не падай, капец, смотрите, ребят, я забежал, просто добежал реально до финиша за 12 секунд, и мы получили золотую медальку за это. Окей, отличненько, давайте тогда нажимать Enter и продолжать дальше проходить наши обучательные уровни. Тут у нас, ребят, показано, насколько надо пройти времени, чтобы получить какую-то определенную медаль. И что ж, опять тогда, ребят, ходим. Я сначала, ребят, жду вот такого примерно угла, чтобы мы очень быстро ходили. Вот, отличненько, значит, мы сейчас запрыгиваем на вот этот небольшой матик. Кстати, нам показывают на Ctrl что-то можно сделать, но не знаю, ребят, давайте потом это сделаем. Мне главное сейчас до финиша добраться. Да, смотрите, ребят, все-таки мы добрались до финиша за 14 секунд. Отличненько, проходим дальше уровни. Дальше какой у нас? Дальше что-то тут у нас даже Space есть. То есть, да, ребят, тут написано Slow Motion, то есть замедленное действие, нажать на Space. Окей, давайте тогда сейчас мы пройдем немножечко. Давайте нажмем на Space. И как мы видим, да, ребят, у нас активировалось замедленное действие. И мы пытаемся замедленным действием пройти, ребят, вот этот уровень. Окей, так, в принципе, у нас неплохо получается. Замедленное действие, ребят, на самом деле очень даже имбово. Поэтому давайте сейчас мы тогда пройдем этот уровень замедленного действия. Так, беги, роботик, беги. Беги быстрее. Ать, ребят, смотрите, я падаю, я падаю, я падаю. Я упал немножечко уже на колени, но все равно прошел. Отличненько. Новые уровни открыты, ребят, нам пишет игра. Окей, давайте тогда проходить новые уровни. Continuum. Кстати, у нас есть, ребят, еще апгрейды. То есть мы можем что-либо улучшать. Допустим, ступни, руки, голову. Вообще, тут какие-то чипы. Все вот это, ребят, можно, конечно же, улучшать. Но это, ребят, мы позже улучшим, потому что нам, в принципе... А, нет, смотрите, ребят, нам все-таки доступны. Я улучшил большую стопу, как нам пишет игра. И можно, в принципе, еще, ребят, руки улучшить. Окей. Давайте тогда с этим улучшением мы будем дальше играть. Но пока что мы видим, робот еще, ребят, нифига у нас не поменялся. И давайте тогда дальше проходить, что у нас тут. Вроде, да, ребят, у нас тут какой-то скетик, и, как я понял, мы его должны пройти. Воу, ребят, нихрена себе, я бы даже прокатился бы на нем. Так, тихо, робот, не падать, не падать. Все, ребят, отличненько, дошли. Все-таки за 14 секунд мы взяли и дошли этот уровень. Ну что ж, ребят, проходим следующую карту. Опять я начинаю шаги. Буду держать такой, ребят, достаточно большой угол, чтобы мне быстро бегать, можно сказать. Так, смотри, тут у нас уже какие-то дощечки. Воу, нихрена себе, она так подпрыгнула, я подумал, что все, уже я тут проиграю. Давай, давай. Все, ребят, наконец-таки дошли. Новая тоже медаль у нас золотая. И это очень хорошо. Дальше, дальше проходим. Когда же у нас пройдет эта уже обучалка, ребят? Я уже хочу себе руки, что ли, потому что я знаю, что тут точно есть и руки, и головы, и все в этом роде. Окей, опять бежим, бежим. Тут у нас, ребят, уже какой-то конвейер, окей. Нам надо как-то пройти этот конвейер. Так, отличненько, неплохо, неплохо. Кирпичик, ребят, мы прошли. И давай, беги, 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 беги. А, ребят, я, кажется, застрял. Я, кажется, застрял. Вот, я нажал на Ctrl, и мы немножко скукожили, что ли, и все-таки прошли. Окей, за 18 секунд мы прошли этот уровень, и мне это нравится. Окей, переходим к следующему уровню. Так, ребята, следующий уровень у нас уже с какой-то небольшой горкой. Давайте тогда сейчас попробуем на нее забраться. Я думаю, мне не составит это особого труда. Только единственное, понятно, что тут надо не такой жесткий угол соблюдать, а то я могу сразу же, ребят, плюхнуться. Вот, кстати, нам опять показано то, что на Ctrl можно отпрыгивать и скукоживаться. Так, тихо, давай, давай, без Ctrl. Все, отличненько. К сожалению, на золото мы не прошли, но серебро, ребят, тоже неплохо. Тут у нас уже уровень пожестче, как я вижу, у нас тут какой-то спортзал, что ли, да? И немножко вид игры поменялся, то есть мы отдалились немножко. Окей, давайте тогда дальше ходить. Тихо, робот, смотрите, он завис, и он падает, окей. Так, давайте тогда я лучше рестартнусь, чтобы слишком много времени не терять, потому что я работаю не только на благо робота, но еще и на результат. Окей, фигачим мы, фигачим. Вот, в принципе, неплохой угол. Идем потихонечку. Пока что мы преодолели, ребят, вот эту первую полосу препятствий. Дальше идем. Не вижу пока ничего такого трудного, но я упал, я упал. Так, давай на Ctrl. Вот, все, ребят, отличненько. Встали мы. И давай, 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 робот, иди, 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 хотя бы серебро, пожалуйста. Все, ребят. А, мы даже на золото прошли, это очень даже хорошо. А следующий, ребят, уровень какой-то странный. Нас толкает машина, воу. А, у нас, ребят, руки появились, окей. Нажимаем тогда на W, как нам показано. На вот этой табличке. И... капец, робот, ну зачем ты упал? Что мне делать-то теперь? Ладно, окей, давайте тогда рестартнемся. И опять попробуем нормально встать и дойти до финиша. Так, нажимаю на буковку V. И сразу же, ребят,
Идем. Да, кстати, у нас теперь нету с нами вот этой подвижной штуки. Мы теперь полностью самостоятельный робот. И у нас, конечно же, теперь есть и руки, и ноги, и даже, ребят, голова. Окей, дальше что я вижу? Тут нам надо нажимать на буковку А. Я случайно нажал на буковку Д. Что с тобой, робот? Эй, робот. Ладно, окей, давайте тогда перезапустим. И тогда я сделал сейчас, наверное, пару шагов. Нажимаю на буковку А. Он, ребят, ныряет. И, ребят, смотрите, да, как нам изображено на том экране, наш роботик ползет. Окей, давайте тогда доползем до финиша и пройдем этот уровень, надеюсь, на золотишко. Так, отталкиваемся. И, да, ребят, смотрите, прошли на золото, плюс нам дали 60 кэша. Окей. Может быть, ребят, попробуем что-нибудь апгрейдить, если нам, конечно, хватает золота. Хотя, ребят, смотрите, золота у нас вполне достаточно. У нас 1260 золота, поэтому давайте мы, наверное, прокачаем стопы, руки и еще раз стопы. Да, отличненько, ребят. То есть у нас такие стопы будто очень тяжелые написаны. И следующие у нас будут с роликами какими-то. Давайте их попробуем потом купить. Но у нас сейчас пока что 200 монеток, а для них нужно 600. Ладно, окей. Тут у нас что такое? Тут у нас надо нажимать на какую-то буковку D, и мы переворачиваемся. Только впереди нас... Воу! Мужик стоит, и он нам руки оторвал. Эй, мужик, а как я теперь встану-то без рук? Капец. Ребят, что-то мне подсказывает, что мне надо перезапуститься. Ладно, окей, давайте тогда еще раз пройдем мимо этого чувака. Давай, бей меня. Я надеюсь, сейчас ни одну конечность не потеряю. Да, ребят, вроде нормальненько. Мы восстановились. И прыгаем. Оп, отлично. Все, ребят, мы встали. И идем опять на этого мужика. И опять он нам дает люлей. Окей, капец, мужик, ты заколебал. Я же тебе ничего плохого не делаю. Я обычный робот, который работает на вашу там корпорацию или кто вы. А, смотрите, все, ребят, он нас уже пропускает. Отлично, мы бежим, удираем от него. И все, мы прошли уровень, к сожалению, только на бронзу. Ну ладно, окей. Следующий уровень, ребята, выглядит таким образом. У нас тут небольшой склончик. Мы должны как-то... Оп, вот тогда, ребят, забраться. И я случайно оторвался стопу. Эй, капец, это что это за несправедливость какая-то? Я же просто тупо с горки сшел, и мне почему-то уже, ребят, оторвало стопу. Ладно, окей. Я, мне кажется, ребят, не буду ходить без стопы, поэтому давайте мы перезапустимся и попытаемся нормально сойти с этой горки. Так... Сходим. Оп, стопы, ребят, вроде все живые, только мне надо как-то теперь встать. Так, дэшечка, нажимаю, ребят, на дэшку. И, оп, выбрасываю ногу, и все, ребят, да, наконец-таки мы встали. Думаю, на золото мы точно не пройдем, серебро максимум. Но что-то мне кажется, что у нас будет золото, скорее всего. Оп, прыгаем. Вот, отличненько, смотрите, ребят, отличный прыжок был. Мы даже приземлились и ничего не сломали, и даже не упали. Окей, этот уровень надо пройти за 11 секунд, то есть это что-то должно быть очень быстро. Давайте мы тогда это по-быстренькому и сделаем. Воу, воу, нихрена себе, как я понял, я должен был прокатиться на этих скейтах. Ладно, давайте тогда мы сейчас запрыгнем вот на эту штуку. Так, прыгай и едем. Я пока что, ребят, немножечко проползу. Так, ползи, чтобы нам быстрее к финишу приползти. И давай, оп. Смотрите, ребят, на серебро мы прошли, к сожалению, но я думал, что у нас будет золото. Ладно, окей. Следующее, тоже на 11 ровно секунд мы должны пройти как-то этот уровень. Впереди нас скейт. Че, я как-то должен на него встать? Так, я стою. Нет, ребят, что-то как-то у меня это фигово вышло. Может быть, нам попробовать в него нырнуть, что ли? Вот как, знаете, ребят, мы ныряли, чтобы ползти вот так, что ли? Вот, типа того. Во, ребят, смотрите, да, мы как пингвинчик вот такие на животах плаваем. И скользим спокойненько. Так, и финиш. Да, ребят, смотрите. Но мы не уложились за 11 секунд. Мы за 12 с чем-то уложились. Ну ладно, мне, в принципе, этого тоже достаточно. К левел 8, ребят. За 30 секунд мы должны пройти этот уровень на золото. Значит, тут что-то, я думаю, будет серьезное. Окей, давайте тогда начнем проходить его. Так, воу, робот. Так, отлично, мы упали. Давайте тогда сейчас я на дэшку как-нибудь встану. Вот он сначала на спину переворачивается, а со спины он должен повернуться вот так. Выбрасываю ногу, и, ребят, опять я не туда ногу выбросил, капец. Так, ну думаю, надо перезапуститься, чтобы не терять время. И давайте опять мы пошли в наш, даже не бой, ребят. Я уже привык то, что я играю в игры, где надо в основном сражаться. А тут мы просто тупо робот, и мы тестируем себя. Так, давайте я немножко отползу сюда. И на дэшечку нажимаем. Теперь опять на нее нажимаем. И становимся на ноги. Так, выбрасываю левую ногу. Отличненько. Тихо, робот. Ну, ё-моё, ребят, это было как-то странно. Давай. Все, вроде нормально, встал. Идем дальше. Так, тихо. Главное тут не падать. Смотрите, ребят, неплохо. И что нам делать-то дальше?
Опа. Оу, я опять сломал себе стопу, это капец. Это просто капец, что нам делать-то? Я, кстати, замет действия что-то зажал случайно. Окей, давайте мы его отключим. Эй, робот, давай, давай, пересекай ту же финишную линию. Все, ребят. Да? Эй, или тебе еще дальше надо пересечь? Давайте еще пересечем. Да, ребят, все, мы пересекли и получили золотую медальку. Окей. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом уровне мы закончим. И если вы хотите больше этой игры, то пишите обязательно об этом в комментариях. Ну а с вами был Илюша, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!